Зал заседаний в здании администрации Ленинского городского округа едва вместил всех желающих. С каждым годом в муниципалитете становится все больше волонтеров. Это люди разных возрастов, и самому младшему всего 13. Объединяет одно – большое доброе сердце и острое желание помогать. Поздравить их с Международным днем добровольца приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Много очень людей, которые нуждаются в вашей помощи. Поэтому хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы делаете. Надеемся, что мы вместе будем эту работу продолжать. Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, успехов, сил, энергии. А те люди, которым вы помогаете, все это оценивают, и мы это видим. Спасибо вам большое. Слово «спасибо» звучит в жизни волонтеров миллионы раз. Они всегда там, где в них нуждаются. Это патронаж тяжелобольных и пожилых людей, работа с социально незащищенными слоями населения, активная поддержка в сборе и передаче гуманитарной помощи на Донбасс. Добровольцы активно участвуют во всех акциях и мероприятиях муниципалитета. Волонтер, наверное, все-таки это душа и сердце. И вот это у вас есть на первом месте, и вы являетесь примером для многих. Спасибо вам за вашу работу, спасибо, что вы с нами. Дай Бог вам всего самого-самого доброго. К движению «Видный волонтер», который насчитывает более 100 человек, юная Полина Самбурова и Екатерина Раэлян присоединились всего полгода назад, но уже успели сделать много добрых дел. Девушки признаются, став однажды добровольцем, становиться уже невозможно. Это любовь на всю жизнь. Я успею находить время для этого дела, потому что это семья, волонтерство – это семья, от которой ты потом отказаться не сможешь, потому что ее влюбился. Какие дальнейшие планы? Продолжать. Мне это нравится, мне нравится делать добро, мне нравится коллектив, в котором я сейчас работаю вместе с ребятами. Я хочу это продолжать. В числе награжденных – воспитанники подростково-молодежных клубов, школьники, студенты, общественники. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.